Привыкли к прогнозу погоды с обаятельными и улыбчивыми девушками? Забудьте! Теперь в мир ветров и циклонов вас будут отправлять еще и молодые люди. А все благодаря амбициозному и энергичному Олегу Романову. Молодец высказал недовольство организаторам проекта. Мол, чем мужчины хуже девушек? И даже дефекты в речи не остановили бойкого Олега. Интересно, что на сайте Курган.ру в адрес участника пришло немало комментариев в его поддержку. Когда я зарегистрировался, было поначалу все хорошо, все нормально. Потом, когда организаторы конкурса начали, наверное, осматривать анкеты, они удалили, так как по положению молодым людям запрещено участвовать. А меня интересует вопрос, почему запрещено это, почему девушки могут, а молодые люди нет. Что за дискриминация вообще идет? Я буду настаивать на своем, то есть на федеральных каналах ведут мужчины. Почему в нашем городе нет, почему наш город хуже, чем другие города? Адвокат Станислав Епифанов прокомментировал такую нестандартную ситуацию. Рассказал, на чьей стороне закон и как уладить возникший конфликт. Основной закон нашей страны, Конституция, говорит о том, что никто не может быть ограничен в реализации своих прав и свобод в зависимости от, в данном случае, половых признаков. Поэтому полагаю, что необходимо внести изменения в положение о конкурсе, чтобы вот не было такого ограничения в зависимости от полового признака. Организаторы думали-думали и решили исправить таки пунктик в положении, дабы не огорчать мужскую половину кургана. Так что прекрасные девушки, а также молодые и красивые уже мужчины или еще парни, налетай! Регистрируйтесь на сайте Курган.ру в проекте «Выбери себе погоду». Ломайте стереотипы и участвуйте. Напоминаем, оставить свою анкету вы можете до 25 числа. 28 сентября состоится кастинг с горячим гостем Тимуром Таней, капитаном команды КВН «Нарты» из Абхазии.